Кронштадт может лишиться музея радио. Мемориальный кабинет Александра Степановича Попова, по всей видимости, прекратит свою работу. Из-за аварийного состояния здания, в котором находится кабинет музея, коллекция лабораторий, вероятно, будет передана в Центральный военно-морской музей. Впрочем, этот вопрос окончательно не решенный. Существуют и другие варианты. Администрация Кронштадтского района, чтобы сохранить ценную экспозицию на острове, предлагала перевести ее в здание музея истории Кронштадта. На данный момент судьба мемориальной лаборатории официально не определена.